Да ну нафиг, серьезно что ли? Всем привет, с вами Денис на канале EUGM, и сегодня мы продолжаем играть в Village Resident Evil 8. Седьмая часть Резидента полностью на русском языке есть в описании под этим видео. Погнали. Так, мы здесь отгадали загадку и отправляемся в подвал. Отправляемся опять в жуткий подвал, только с одной тюрьмы вышли и в другую поползли. Хорошо, окей, окей, а что делать? В принципе, как опять мы... Такое ощущение... А, нет. Какого черта? Прям все в кровяке, пипец. Так, собрать. Это кровь? Или вино? Или тут так много крови? О, козлик, привет. Я вас уничтожаю. Дай нож. Присядь. Интересно, сколько их в игре, их сколько я уже пропустил. Я думаю, их дофигища. Так, а куда мне идти? Ну, мне такое ощущение, только сюда. Подожди, у нас же есть карта. Ну да. У нас есть карта, поэтому нам надо вот. Да-да-да, пистолет в руки. Так, ну тут... Ой! Что за тварь? Поднимися, тварь. Понятно. Кто-то что-то упало. А что упало? И оно не поднимается. И это меня пугает. Так, давай разбивай. Патроны для пистолета. Нормально. У меня уже много их. Ай-яй-яй-яй-яй! Да ты чё, скотина? Кто ты? А, ну это этот обычный хрен с сирком. Раз, два, три, четыре, пять... 5. А, 5 уже, кстати, выстрелов. Я улучшил чуть-чуть урон. Стало 5. Может, даже 4. Надо проверить. Было 6. Где? Где поднялся? А, вон, вижу. Давай потестируем еще. Раз, два, три, четыре. Четвертый я, по-моему, промазал. 4. Мне кажется, 5 все-таки. Блин, на один выстрел. Я улучшил пистолет, заплатил хренову тучу бабла, чтоб на один выстрел улучшить. Ну да, иди нафиг. Давай, ладно. Иди сюда. Раз. Два. Три, четыре. Ну еще может хедшотить, кстати. Кстати, 4. Может еще хедшотами можно их побыстрее. Так, этот хрен висит здесь. А, они тут все висят. Все висят, я пробегаю. А, бегай! Да какого хрена? Я даже тебя не заметил. Больно, больно. А жизни у меня вообще нету. Ты понимаешь, что у меня жизни нету? Ты урод. Да вздыхай быстрее. Так, череп. Череп не нужен. Череп я взял. Хорошо. Так, взять здесь. Да откуда ж вы берете? Сломай. Да ты ломай же ее. Ты чего? Так, погоди, стреляй. Ай-яй-яй, их очень много. Отходим, погоди, я вернусь. Сейчас я вернусь, ребята, сейчас просто по кругу тут пройдем, вон они. А, они все на меня идут. Хорошо, давай, здесь, в принципе, тир нормальный. Ай-яй-яй, перезарядка. И они косые, но если попадет, наверное, больно. Ох, да что ты, тварь такая, смотришь на меня? А? Да нет, еще кто-то. А, вот ты. Блин, у меня было столько патронов, и они все просрались. Офигеть. Вот я тебе говорил же, что их дают вроде как. Вроде как, думаешь, нифига себе, у меня много патронов. Те, хреняк в один момент. Так, куда идти? Куда мне идти? Так, я пришел. Я вот оттуда пришел, да. Да. Я вот оттуда пришел. Здесь закрыто. Надо как-то обойти. Может, правильно я пошел, кстати? Надо было там дальше идти мне. Так, это что? Тупик. Вот тут, да? А, ну да. Ну да, все, чётенько. Ой-ой-ой-ой, тварь! Катина, я про блок вообще, если честно. Для меня как-то, ну, непривычно, что в Resident Evil есть блок. Никогда они не спасались таким методом.
Как что у меня с жизнью? Жизнь у меня херово. Не катастрофически, но хреново. Давай попробую я сделать лекарство. Так, я могу лекарство сделать. Я могу сделать патроны. А мина нужна обломок металла и ржавые обломки. Отлично. Минус купил, чтобы скрафтить мину, только обломок металла и ржавые обломки понятия не имею где. Так, я пока не буду пить ничего. Так, здесь дернуть. Я имею в виду, что не буду. Офигеть. Жизни пить. Так, мы идем куда-то. Подожди. Это что у нас? Ух, сохранялочка, как хорошо. Обожаю сохранялки. Обожаю сохранялки. Так. Все. Тут что у нас? Забрать монетки. Отлично, отлично. Так, иногда сохранялка это круто, а иногда я понимаю, что если прошла сохранялка, так, тут тупик, то это жопа. Так, тут звонок звонит. Да какого хрена, Итан, аккуратней ходи. Давай ответим. А, вот, я смотрю. Димитреску тут названивает. Вообще без палева, да? Сидим такие, да? Нормально. Почему ты не берешь? Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Ну, как бы я-то чё? Идите нахрен. Я вообще хочу дочку свою забрать. Вы чё, скоты, реально? За что? Так, что, где-то мы не находимся? Так, я тут монетки, да, взял? Так, это мы находимся в лесу, да, в каком-то. Ладно, как мне выйти отсюда? Я могу пройти? Да, могу. Жутко. Жутко, жутко, жутко. Так, изучить, изучить. У меня ничего нету. У меня ни одного ключа нету. Так, о. Роза. Где ты? Роза, где ты? О, вот, 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 вот ключ. Ключ Димитреску. Замечательно, как же ж. Так, а тут что? Закрыто с другой стороны. Ну, у нас есть ключ Димитреску. Давай. Да ну нафиг, да ну нафиг! Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Так, мной пробили... Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу! Ну, покажи свою силу! Итан, Итан, давай не будем провоцировать. Давай спокойно сейчас выйдем. Дочки сказали тебе. Я только что сказали. Дочки? Нет. Следовательно, я не знаю, куда мне идти. Я прям вот, наверное, подожди. Давай еще тут посмотрим. Мы же с тобой тут все должны изучить, Итан, посмотреть, понимаешь, не пропустить. Вот, например, порох. Вот нам нужен же порох с тобой. Крафтить что-нибудь, гранаты, пистолеты, оружие, пули. Потому что мы с тобой вообще беспомощны, у нас ничего нету. Повернись, нормально ползи. Так, мы с тобой вообще, Итан, очень-очень в печальном, тревожном состоянии. Вот, а сейчас вот спокойненько, смотри. Спокойненько, вот все. Кто ты волновался? Все открыли, идем. Да там. Дайте. Подвери. Там, мне вот всегда кажется, что прямого прохода нет. Вот почему-то, знаешь, как
этот, то есть прямой проход он закрыт. Прямо это слишком легко. Я всегда стараюсь обойти как-то по кругу, что ли. Так, вот, смотри, механизм тут какой-то. Давай все проверим заодно сразу. Вот тут что у нас. Смотри, для нас оставили сундук. Ну это же для нас с тобой. Это 1000 монет сразу, бабах. Хотя это так мало. На самом деле, 1000 монет это... Ну хотя это одно здоровье, почему мало. Давай, вот открываем спокойно. Давай, давай, давай. Да ну нафиг, серьезно что ли? Я не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Как бы, блин, а куда мне? Подожди, она идет за мной. Куда мне идти надо? Это мне сюда надо? Рычаг? Мне к рычагу надо? Так, ты заплатишь за оскорбление. Так, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Я даже понятия не имею. Она, по-моему, сзади меня. Так, я бегу. Вот, мне надо к руке. Руку, руку забирай, забирай руку. Забирай свою руку. Забери руку нафиг. Все, нормально. Отлично. А, все, сюда мне надо. Оторванная рука. Так, тут она не открывается. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим по кругу. Миранда, ты где? Так, она пошла за нами, а мы тут уже все. Валим отсюда, валим. Все, я так понимаю, по прямой. Но это не точно. Опа, вниз, хорошо. Валим. Пипец, у меня рука как бы в руках. Моя рука. Все в твоих руках. Так, этот ключ, Димитреска, давай изучаем быстрее, у меня есть ключ. Открывай, быстрее, пожалуйста. Теперь открыто, хорошо. Берем, берем. Маска печати, отлично. О, лифт какой-то заработал. Ты не сбежишь отсюда! Ну, попробовать стоит нафиг. Че, ты сейчас присобачишь ее, серьезно? Вот у тебя чудо, чудо-лекарство. Я завидовал с 7-й части. Че бы с тобой не произошло? Опа, все. Все, на скотч. Жалко, у того хрена надо было пальцы вырвать на левой руке. Не так же воткнуть себе. Это трэш, конечно. Все, живая, живая. Даже куртка приклеилась, смотри. Идеально просто. Хорошо. Чудесно. Черт, этот замок. Сбегите из замка. Так, тут ничего, да, больше нет. Так, кто-то агрится. Кто-то тут агрится на меня. Идите нахрен. Кто? Подожди, куда мне бежать? Ключ, кстати. Это не ключ от того, куда мне надо. Ага, вижу тебя. Возьми, возьми в руки. Ружье жалко. Ружье жалко очень. Так, 5. Все, все, все. 5 патронов. Это если я стреляю хаотично. Возможно, если хэдшотить. Так, вот, да, ключ. Это ж леди Димитреска. Тут, по-моему, он один единственный, да, должен быть. Все, открывай. Так, тут мы не были. Где это? Что это? Где это? Что это? Как-то. Ага, карта еще одна. Карта пристройки. Посмотреть карту пристройки. Так, оперный зал. Окей. Где оперный зал? Пойдем сюда пока. Закрыто с другой стороны. Так, вариант у нас сразу отпадает туда идти. Ну, идем наверх. Так, нам надо еще. Нам надо еще хреновую тучу вот этих штуковин, кстати. Так, тут можно, да, можно разбить. Можно разбить. Порох возьмем. Раз уж пошла такая песня. Так, здесь имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая. Так как изготовлено на заказ. Главное, камеристка. Вот именно. Так, а у меня жизни... А, у меня зеленые жизни. Они восстановились? А, ну я же там, да, точно. Так, это другой ключ, да? Это не подходит ключ. Это тут нарисован, да, другой. Почему? Ключ леди Димитрески не везде подходит. Ну это же бред. Я боюсь. Я слышу этих уродов. Так, давай почитаем тут, что у нас... Изучить. А можно почитать? А, вот, изучить, точно. Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, оба они... будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху.
Два дня после процедуры все три тела покрыты мухами. И, похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Невидимо их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. 4 дня после процедуры. Все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная, копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. 6 дней после процедуры. Масса насекомых вновь превратилась в тело людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена. Белла, Данеэла и Кассандра. Ага, короче, они мутанты, мухи, мухи-убийцы. Я понял. Не-не-не, закрыть. Все, это вот эти три дочери. Ну, уже 2 дочери, да? Так, это где? Да идите нахрен, я ничего не понимаю, где я вообще есть. Подожди, давай посмотрим по карте, где я. Ага. Ага. Понятно. Понятно. Что это ты, блин, он тут стоит? Тварь, блин, как же ты, скотина, я его увидел, но не смог отойти. Собака. А, один патрон просто так просрал. Жесть, как же надо прям очень аккуратно. Так, что тут у нас есть? Шар с цветком. Шар это вот для той внизу, да, походу? Для той загадки, что ли? Так, тут еще ходит тварина. Так, где мы не были? Мы не были, тут не ходили. Это одно и то же? Да. Вон он стоит, да? Сбоку. Тварь, вон, смотри. Вот я сейчас, если выйду, то попадусь. Иди сюда, тварь. А, тут есть проход, да? Хорошо. Какого хрена ты у матери Миранды делаешь таких... Точнее, у Димитреска. Да, блин, стреляй же ты в него. 5 патронов. На одного, прикинь. На одного чувака. Так, в этом ящике изучить несложный замок. Блин, я про отмычки. Кстати, я у него вообще не видел отмычки. Были ли у него они вообще? Так, спускаемся. Хорошо. Мы спускаемся вниз. Пианино. О, можно поиграть? Давай. Так, изучить. Ага. Тихо, выше, значит. Еще. Ага, это ниже, через 2, вот. Это через 2 выше. Это через 1 ниже. Также. Это через 2 выше. Нет, через 3. Блин, слишком. Блин. Офигенно, я игрок прям... Так-то да. Попадал. Пару раз попал по нотам. И чё? Ага. Вау, ключ. Вот этот ключ. Ключ. На втором этаже он был. Записка. Изучить могу? Могу изучить. Да. Это про мух, кстати. Научное название нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядны. Активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда коду откладывает яйца в хозяина. Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10, их метаболизм замедляется, и они впадают в некое подобие криптобиоза. Так, тихоходки или, может быть, плапедиум вандер... Что-то там, короче. Это ужасное на латыни, похоже. Так, погоди, я знаю, что на втором этаже есть такая комната. Пока я отсюда далеко не ушел, мне кажется, логично будет сразу сбегать на второй этаж и сразу ее открыть. Потому что это, ну, прям логично. Где она там была на втором этаже? Да, вот сейчас налево. Подожди, по коридору. Вот, просто это рядом. Потому что если я пойду в другую сторону... Вот эта дверь. Я потом заблужусь и ни хрена. Ой-ой-ой, кто? Да блин, нет. Да какого хрена? Наконец. Какого хрена? Нет. Димитреску.
Ну что ж ты такая скотина? Вот она дверь, вот она, вот она, вот она дверь. Да тут пока наведешь на нее. Да наводись, что ты делаешь? А еще он 10 тысяч раз открывает. Ой, куда это я вышел? Ой-ой-ой. Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляют. Сдохни, сдохни, тварь. А, у меня патронов нет. Офигенно. Ну что, замечательно. А, так, тут перезаряжаем. Так, что мне делать? Ну что ты нервничаешь? Так, это закрыто. Зачем ты это делаешь? Как зачем? А зачем ты это делаешь? Давай, 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 давай. Так, она всегда боится. Где ты? А, вот она. Зачем ты так сделал? Так, вот, мне ее надо найти при этом, да, еще, наверное? Или она убегает от меня постоянно? Вон она. Хорошо. Как холодно! А где этот рычаг? Вот он, опять. Опа. Промазал, по-моему. Ты меня не любишь? Не-а. Ты правда хочешь меня убить? Угу. Это сон! Просто сон! Так, погоди, погоди, погоди. Ой, там были патроны. И тут дофига всяких патронов. Ай-яй-яй-яй-яй, не ори. Не ори, скотина. Дай. Да вот она, вот она. Нет, уходи. Да где, теперь я не найду этот рычаг. Вот он. Хорошо. Еще, блин, я очень надеюсь, что ты сдохнешь. Но мне нет. Не хочу. Все, нравится. Хорошечно. Иди нафиг. Нафиг пошла. Не. В том минус вторая сестра. Патроны нас обижают. Ненавижу насекомых. Согласен с тобой. Не, ну с насекомыми почему? Я не могу сказать, что ненавижу насекомых. Собираем все патроны, которые мы с тобой тут нашли. Там, по-моему, я от пистолета что-то находил. Да. Надо все собрать. Ага, у нее здесь так, туловище. Туловище, я... Жалко, я с этим гребаным графом не могу хотя бы чуть-чуть поспорить. Так, и тут библиотека. Здесь еще дофига есть чего-то. Ага, вот, вижу. К примеру, вот этот... Вот это мне надо. Взял, хорошо. Так, что тут еще? Еще есть что-то в библиотеке? Да, тут дофига, я думаю, в библиотеке. Пока Димитреску меня искала... Я убил твою дочку. Это, конечно, жестоко. Я не хочу тут больше искать ничего. Правильно я бегу? Да, мы тут не были. Мы тут не были. Дал чего-то там. Тут записка какая-нибудь есть. Тут куча всякого добра, но почему-то записка. Это вообще тупиковая комната. Так, я тут не был. Ага. Ага, вот, я могу взять. Вторую, маска. Маска, какая-то маска там. Куда дальше? Вот это что у нас? Так. О, гляди, Димитреска стоит. Записка. Пусть прозвенит 5 колоколов в этом зале. Ну пусть. О, вижу один. И как, чтобы он прозвенел? Так, один прозвенел. Давай поднимемся. Давай поищем. Вижу. Прям пипец далеко как. Второй прозвенел. Хорошо, второй прозвенел. Тут, да? Вон он. Смотри, вон он. Хорошо, прозвенел. Третий. Так, нам надо еще пару колоколов. О, подожди, вот он прям передо мной. Хорошо. Мне кажется... Вот, да. Блестящий колокол. Но надо поймать его. Надо его поймать, когда он будет ниже пролетать. Вот он летит. Отлично. Все. Так, патронов у меня нет.
Дверь открылась. Замечательно. Так, я должен скрафтить. Во-первых, я хочу себе скрафтить жизнь. А мне есть две. Ладно, патроны для пистолета. Одни, все. Хотя бы так. Я думал, это, кстати, знаешь что? Я думал, это зеркало. Почему-то мне показалось. А это какая-то комната такая жуткая. Лестница наверх, погнали. Как бы управление вроде стоит, автоприцеливание. Вот это, конечно, тяжко. Тяжко на геймпаде. Тяжко. Так, вот тут прям, я прям хочу эту штуку себе. Я слышу козла. Да, 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 я его услышал. Я он так прям... Да нет, не зал, куда ты? Че, мне его нельзя так? Патрон только потратить на него. Че, скотина? Ну ладно. Ладно. А что делать? Жалко, мне патроны нужны. Ну. Вот так, погоди, тут как-то страшно. Как-то карта сокровищ. Нифига себе, карта сокровищ. Что это такое? Понятно. Еще какая-то записка. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветцов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще. Но никто не знает, где он. Замечательно. Кто же это написал, так и оставил. Аккуратно, без палева. Так, я на чердаке. Я прям на чердаке. Ух ты, нифига себе, снайперская винтовка. Да ты что, серьезно? Так, это, конечно, хорошо, чувак, но она мне пригодится, да, я так понимаю, сейчас. Как раз таки сейчас она мне, да, нужна будет. Мы вышли. Кто, кто? Ох, офигеть, серьезно, что ли? Я по вот этим монстрам должен еще и стрелять буду? Ну, вообще замечательно. Так, мы наверху. Наверху, наверху, наверху. Так, лифт, 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 лифт. Я могу спуститься вниз, но я не пойду вниз. Я думаю... А, нелогично! Да ты чё, тварь? Да не хочу, дай пистолет. Да автонацел, ты вообще есть? Ты чё, живой до сих пор? Серьезно? Ты пойди по моим почетам должен быть. Духай, давай. О, давай мне. Трупов выпадает как с большого мешочка. Так, я не хочу. Я думаю, что на лифте ехать, ну, неправильно, как минимум. Зачем нам на лифте ехать, если мы только выбежали на крышу? Снайперская винтовка. Это, мне кажется, все-таки, если он далеко улетает. Я вообще не понимаю, попадаю. Да как ты меня агришь? Я по тебе не попадаю, ты агришь. Так, мне надо жизни. Я, значит, по нему вообще попасть не могу, а он по мне агрится. Ты посмотри, скотина. Вот, вот, вот по таким вот, вот смотри, вот он летит далеко, высоко. Улетел, ладно. Я мне винтовку потом. Я думаю, ай-яй-яй-яй. Так, куда, наверх? Наверх, 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 наверх. А где ты? Хорошо, хорошо, автоприцел. А, вас двое? Вас двое, серьезно? А он вообще автоприцел тут не работает, по-моему. Кто встанет? На всякий случай. Я вас трое, серьезно? Так, мне надо на ружье, на ружье. Чтобы попасть так конкретно. Или не попасть конкретно. Жутко, я столько просрал всего. И у меня нет патронов. Ну, у меня есть... Подожди, реагент на ружье переключаю. У меня есть винтовка, конечно. Так, ну я правильно, в правильном направлении иду, я думаю. Куда, непонятно, но правильно. Так, я о том, что... Целиться, понимаешь, из снайперской винтовки на геймпаде. Это вообще извращение. Так... Я так понимаю, я сейчас погоди. Тут вот, я вот элементарно по этому не могу попасть. Патроны для снайперской винтовки. Ладно, убедили. Ладно, убедили, хорошо. Только их так мало. Я думал, он хедшотит, да, по ним.
Просто хедшотит, скорее всего. Так, мне вот туда. Давай. Поехали. Оторвался, скотина. Так, вот это что? О, еще один. Хорошо, третий. Да, я тебе говорил, что надо. Ну и как вот, как по нему стрелять? Я вообще хрен пойму. Что? Серьезно? Да нифига себе, я просрал столько патронов, оказывает. Он прям реально хедшотит. Так, а куда мне теперь? А ну-на, только сюда. Ага, вот, вижу. Так. Окей, и теперь я вниз спускаюсь. Вот теперь я думаю, что мне надо как раз таки вниз. Если я не ошибаюсь, мне надо как раз таки вот я... Да блин! Хорошо. Давай. Мне нужны ценные вещи, которые ты себе хранишь. Какую-то хрень непонятную. Нажать. Лифт. Лифт был где-то там внизу, как-то в самом начале, когда мы зашли в замок. Мне кажется, мы туда и спускаемся. Так, я сейчас думаю, что мне надо все-таки на пистолет. Не, хедшотить неплохо. Если особенно вдалеке ты кого-то заметил, в принципе, неплохо. Но целится ужасно. Так, да. Это начало. Это самое-самое начало, куда я зашел. В самом вот. Вестибюль. Мне надо вот в комнату сохранения. То есть мне надо прямо через все пробежать нафиг и сохраниться. Я много играл. Мне дадут возможность. Что толку бегать, если тебе не выжить? Ну пожалуйста, отпусти меня. Да блин, я тебя боюсь, пирот, ты даже не представляешь, как я тебя боюсь. Подожди, куда я забежал? Так, направо, все правильно. Направо. Так, тут надо головы типа вставлять. Давай, сколько? У меня их 3 штуки, да? А мне надо их дофига. Так, маска гнева. Так, я воткнул ее? Нет, двойная нужна. Где у меня эти маски? Маска гнева. Давай посмотрим, что у нее. Сколько у нее? У нее 3. Окей. С тройным это вот это, да? Да, вот она. Маска гнева. Засунули. Следующая маска. Давай методом тыка, короче. Что париться? Вот так вот. Опа, смотри, попал. Да нет, нахрен, ну не убивай ты меня, задолбала. Да я сюда зайду, ты тут не можешь меня убить. Хорошо. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Херово. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Входите. Подожди, у меня, по-моему, есть шарик. Если я не ошибаюсь, я брал какой-то. Шарс, вот. Есть новинки. Вау, и что делать? Ох ты, ни хрена себе. Все, я понял, я им управляю. Мне надо. Чтоб он прокатился. И скажите, выкатился. Скажите, если вам что-то нужно. И куда? Не понял. Подожди, он куда должен выкрутиться? В центр, по идее, да? Так, там он дырки есть какие-то. Или он в каждую из них должен попасть? Так, тут стоп. Давай, шар. Так, мне надо, чтобы он куда-то прокатился. Только здесь... Да я не вижу ни черта! Да я не вижу, как можно... А, я могу так. Вот, я еще могу вращать. Вот, давай сюда. Сюда. Вообще ничего не видно. Замечательно. Просто замечательно. Дайте посмотреть. А как посмотреть? Нет, я сюда не хочу. Короче, я хочу полностью до конца тогда, чтобы он прокатился. Вот сюда он прокатился. Вот, да. И мне кажется, надо куда-то вот...
загнать вот. Да. Вот сюда. Вот. Так, я взял алый череп. Это от его... от жены, что ли? Одного из этих там. Из четырех. Так. Как желаете? У меня есть такая штука, ты офигеешь. Так, это вот три штуки на тебя. 2700 всего. Ну что, хоть 2700. Я покупаю это только из уважения. Да что ты говоришь? А вот тебе 4800. А вот сестра, кристаллическое туловище. Как всегда. Алый череп. Всего 8. Так, у меня есть еще пистолет, винтовка, ну пошел ты нафиг. Так, оружие. Для вас новые товары, мистер Уинтерс. Я понял, что у тебя есть? У меня, я хочу увеличить себе сначала... Один из самых популярных товаров. Да, это самое главное было. Потом я думаю, что я что сделаю. В принципе, я могу... припасы, ружье. Для ружья, я думаю, я патроны мне пригодятся. Это для чего? Модуль для ружья значительно увеличивает скорострельность. Нет, мне это не интересно. Для пистолета прибавляет. Ну, 16 это дофига. Я оставлю деньги. Я вот, знаешь, я возьму и оставлю. Интересных приключений. Единственное, что может быть ружье увеличить, чтоб... Ищите что-то не буду конкретно? Ничего. Нет, не буду. Вот не буду ничего вообще делать. Так, сохраняемся. У меня сколько голов осталось? Подожди, сколько у меня осталось голов этих? Мне там их надо хреновую тучу. У меня маска печали, карта сокровищ, но мне не хватает. Ладно, ребят, будем искать следующий сериал. Что делать? Как-то так. На моем канале есть все прохождения всех частей Resident Evil, номерных частей и дополнений в том числе. Переходи, буду рад. Тебе понравилось видео, лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, практически летсплей, подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Пиши комментарии, какие бы видосики ты хотел видеть на моем канале. Всего тебе самого наилучшего, до встречи. Пока.